Здравствуйте, с вами Валерия Макарова, и я расскажу вам о главных новостях спорта к этому часу. Нападающий Анжи Павел Яковлев вновь вернется в крылья Советов. Тольяттинские гандболистки одержали уверенную победу в матче Суперлиги. Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд открытого чемпионата Австралии. Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. В третьем круге Анастасия обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 7-5, 4-6, 6-3. Матч длился 2,5 часа. После Павлюченкова призналась, что, конечно, подустала. Цитата. «Я знала, что со Свитолиной будет тяжело. Она сражается за каждый мяч при любом счете». В следующем круге Павлюченкова встретится со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой. Гандболистки «Лады» на домашней площадке обыграли команду «Ставрополья». Интриги вокруг этого матча не ожидалось. Соперники разные и по классу игры, и по месту в турнирной таблице. Стартовая шестерка «Лады» в этот раз лишилась двух игроков из-за проблем со здоровьем. Однако это не оказало сильное влияние на ход игры. Уже в первом тайме «Лада» обеспечила себе солидный отрыв в 12 очков. Во второй половине матча игроки «Ставрополья» постарались сократить отставание. Однако финальный счет на табло 32-21 в пользу «Лады». Павел Яковлев продолжит карьеру в крыльях Советов. Футболисты и самарский клуб уже договорились по условиям личного контракта. Официально об этом должно быть объявлено в ближайшее время. Анжи предлагал Яковлеву пойти на существенное сокращение зарплаты, но Павел, получив предложение от крыльев Советов, решил сменить клубную прописку. В прошлом Яковлев уже играл за крылья на правах аренды. В составе самарской команды он в общей сложности принял участие в 50 матчах и забил 10 голов. Это были все новости на сегодня, и помните, спортом лучше заниматься, а не говорить о нем.